2 сентября стартовал очередной сезон в российской мини-футбольной суперлиге. Матч тура свел старых знакомых Тюмень и Синаро из Екатеринбурга. В прошлом сезоне в битве за бронзу сильнее были тюменцы. Вот и в этот раз им удалось выдержать стартовый натиск уральцев, а затем дважды забить после точных ударов Уполева и Милованова. Во втором тайме от этого преимущества не осталось и следа. Ошибками хозяев воспользовались Соколов, Демин и Фахрутдинов. Замена вратаря позволила Тюмени уйти от поражения. Окончательный счет установил Кошиц. 3-3. Второй поединок получился похожим по сценарию. Тюмень дважды выходила вперед. Отличились Батырев и Соколов. Но ветеран Синары Хамадиев сравнял счет. Снова ничья. 2-2. Просто мы много моментов не забили, поэтому как бы недовольны результатом. Если посмотреть по голевым моментам, то вчера мы полностью переиграли команду Тюмень. Просто надо работать над реализацией нам, и думаю, все будет хорошо. Спорная борьба. Все, наверное, второй матч немножко уже, то есть силы были на исходе. И старались, да? Сохранить ворота там не в прикосновенности, там больше, наверное, от обороны все действовали.